Всем привет! Что читаете? Сегодня дежурный по чтению я, Алина Осокина. Евгения Некрасова – молодой писатель-сценарист. Ее цикл прозы «Несчастливая Москва» в 2017 году был удостоен премии «Лицей», а новый роман «Калечина-малечина» вошел в шорт-лист ежегодно открытой премии «Выбор читателя 2018». Как и во всей прозе Евгении Некрасовой, в этом романе соединяются магический реализм, фольклор и эксперимент. Главная героиня романа – девочка Катя. Она живет вместе с родителями в маленьком городе на 11 этаже обычного панельного дома. В ее мире из заводской трубы появляется огромная змея. Пятна на потолке превращаются в человеческие фигуры, а столбики цифр складываются в стихи. Но мира вокруг девочка не нужна. Дети ее дразнят, а у родителей нет на нее ни сил, ни времени. И Катя находит для себя выход. Какой? Можно узнать, только прочитав книгу. А найти роман «Калечина-малечина» можно в читальном зале Дворца книги. А вы читали Некрасову? Делитесь в комментариях.